Одну все равно карточку сыграем. Так все, мы играем? Да, 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 играем, уже игра идет вовсю. Где он? Врача! Без правил, да? Тогда будет так. Хорош, а ну прыгать так. Снимайте тупик кто-нибудь, один человек. На, прилетело. Так, на визор спасибо написал. Так, 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 так. Короче, мое место тупик. Я здесь буду работать. Мы нейтрализовали цель правой. Мне надо периодически. Визу солдаты противника в вашем районе. Прием! Хорошо, один противника. На альфу? Да. Пока здесь все на контроль держим. А чего С забираете? Куда? Зачем? Да. Зачем С забираете? А что, МГ можно использовать? Это можно использовать. Не про ДМ. Блять, дробовики пошли. Ну, ладно, понятно. Хорошо, играем. А нифига не вас. Лайкнули. Спасибо. Молодцы, блин. Ну, дробовики говорили, ладно, чё. На альфа, бегите. Блядь, на АЦ зря, наверное. Вот этот дробовик хуячит. Альфа двое. Сейчас я его сниму. А, и он чё, клейморы поставил? Нихера на этом. Занимай. Меня в тупике убили. В тупике есть пех. Тупик это, где грузовик. Двое. Да ну, он, видишь, он здесь поставил клейморы и сверху, короче, работает этим. Да вы просто разбежались как. Пускай, пускай. Нас уже сзади забирают. Мяу. Все хорошо. Ну блин, неудобно, пацаны. Наверху он, видишь? За контейнер один, один. А где он? Я не вижу. Блять, дыму я потерялся. Я не видел. Обнаружен вражеский солдат. Прием. Ну, тупика в контейнер. Отлично. Настя, тупик. Б мы заберем. Не надо лезть на носа. И Сникерс зашел за контейнер, со Сникерсом еще один пех. Там возможно один. Две точки наших, я наверное на С захожу, но они альфа Б забирают. Они сейчас Б уже возьмут. Давайте С берем. А, вариант лучше, давайте альфа проводим. Все нормально, парень. Тут, мне кажется, лучше Б. Нас уже по воде оббегают. Тимик молодец вообще. Правда. Вот вы. Я вообще в ахуе. Если у меня регистрации нет, я не знаю. Бегай, это мир. Да, я верю. Ну вот встречаете сейчас, альфа идут в лоб и по правой стороне. Давай, стороны это со стороны бар. На цепь мы оставили, на минус. Крис, здорово. Блин, Майк мне слетел. Возле львов Майк бегает. За контейнер. Это наши, что ли? Все, не лезем, я в тупик. Да, не лезем, я вообще тоже ничего не понимаю. Правильно. Идут уже на АБ. Двое, одно осталось. Двое осталось, трое. Двое. Да сбоку же у нас на Б.
На вы убрали? Нет. Подсасывают. Все вроде. Нет, нифига. Больше дай их. Они стоят там, тупика команды. И уже кто-то обходит, походу. Я смотрю, по... они серьезно. Альфа уходит. Ну вот. Пробитый, кто там? Чем? Молодец. Что-то против вас Настя слаб же играет. Я вижу вражеского какие? Солдата. Я правда. Давайте растягивайте. Цель права нейтрализована. Выжмем их с альфа. Да я уже на альфе пусто. Они сейчас на С будут, им там лучше. Пускай там сидят. О, все, все. Выбирай. Я тут их слышу. Бойцы, охранять эту цель. А чего они лезут? Ничего, ребят. Кто там? Попробовать тоже АЕГ взять, что ли? Ни хрена ничего не идет. Блин, я на С тоже. Отлично выглядишь, садок. Сами заберете С, я на. А что ты сейчас пив... для пива? А, он не в дискорде, да? Ну что, разнос подойдет? В нашем районе замечен боец противника. Прием! Все, Василич, не целует. Ну где ты есть? Замучила Настя, блин? Они со стороны воды. Где львы? Да. Обнаружен вражеский солдат. Прием! Что-то Настя в том как бою прям раскидала, против вас что-то ни хрена ничего. Они все на отца, все. Потому что силы уравнялись. Великий уравнитель. Они уже... Там штим. Вражеского бойца в вашем районе. Прием! Зачем вы Б забираете? Ну, С забираете. С забираете. Значит, они на альфе будут. А что делать? На альфе будут они. Ну, я уже бегу туда. Я вижу по возле ров. Мы нас один. Памятник двое. Трое. Я обхожу, чтобы на Б не зашли. Блин, не успел. Постоянно наши точки. Все, возвращаемся. Вот тебе аптечка, смотрим С теперь. У вас на альфе сколько человек там? Я один на бой. На С иду. Они за С зарезались. Ах, нет, Настя. Шкира. Я послал бы. Блять, я граната ходил туда. Блин. Хотел поднять. На альфу уже, наверное, кто-то бежит. Да, на альфу. На альфу,
Трое. А С тоже? Нет, С наш. Первая помощь, собирай! Вражеского солдата! Да, там жестко, конечно. Ты хрен его знает, сколько надо по ним стрелять. Не, не особо заморачивался. Тупик я заберу, это уходите. О, боже ты, да блин. Блять, я промазал. А в тупиках с левой стороны. Блин, мне не поднять. Спасибо. Сникерс я снял. Еще один остался. Вы уже альфу пушите, значит они опять на С будут, да? Прям передо мной. Не, на Б. Настюха долбанул. Ее подняли. Дверной проем возле этого. Альфа все-таки. Сколько же их там? Блин, нас тупик забрали. Нет. В принципе, можно и альфа взять. Что-то я все время далеко ехал. Да нет, Б, забирайте и выдавливайте их на альфа. А я не знаю, где они. Я на альфа. На Б. Они как раз между альфа и Б по правой стороне. Еще трое, пять. Что они там? О, не согрелись, короче. Куда? Бросаю дымовую гранату! А, я дыму дал. Вижу. Что за лево? А как к ним прошли тут? Я не пойму. Блять, у меня дыму просто стоит. Они зашкерились, короче, сверху дался. Ну все, джи-джи. Ай, блядь, нарвался на снег, он хорошо положил прям, хотел поднять наш. Что-то они концовочки прям хотят взять все. Нет, двое на мне. Трое. Ты ничего, ни сколько с ним не снял? На А четверо было. Я уж понял. Они с тепляками играют. Нужен вражеский солдат. Запускай игры. Ну это ужас. Это, ну в смысле, короче, ИХА там. Это, тебя подобрал что-то оружие. АЕК, по-моему. Зеленый прицел. АЕК это мой. А, ну я без прицела стою. Обнаружил солдата противника. Все. Пойдем, поблагодарим за игру.